Мы, конечно, знаем про астероидный пояс между Марсом и Юпитером. Мы знаем про транснептунные объекты. Но откуда берутся нарушители, которые пересекают всю Солнечную систему и оказываются в опасной близости от Земли? Ну, в основном они берутся как раз из главного пояса астероидов, да? То есть что-то их выводит из равновесия, и они меняют свои орбиты. На самом деле они могут попасть в так называемый резонанс с Юпитером, да, с главной планетой нашей Солнечной системы, самой массивной планетой. И попадая в эти резонансы, как такой космический экспресс, они за короткие по космическим меркам временные интервалы, которые могут измеряться тысячами или десятками тысяч лет, они могут переходить на орбиты, сближающиеся с Землей, и уже представлять опасность.